Сегодня мы делаем печенье пасхальные гнезда. Для этого нам понадобится мука, масло комнатной температуры, сахарная пудра, какао, одно яйцо, разрыхлитель и щепотка соли. Сколько чего надо, все будет под видео в инфобоксе. Все сухие ингредиенты укладываем в миску. И туда же добавляем щепотку соли. Просто перемешаем венчиком. Теперь мы помыли ручки и добавляем туда масло. Разминаем наше масло с сухими ингредиентами до крошки. Теперь добавляем сюда яйцо. И теперь замешиваем тесто. Вымесили тесто до того, что оно не липнет к рукам. Руки чистые. И приступаем к следующему этапу. Теперь берем блюдо. Выкладываем туда бумагу для выпекания. Берем наше тесто и делаем шарики. Такие примерно сантиметра два. И выкладываем в блюдо. Так делаем шарики из всего нашего теста. Когда я выложу один слой, кладу сверху еще бумагу для выпечки и выкладываю другой слой. Вот так буду делать шарики и выкладывать. Итак, накатала один слой шариков, выкладываю сверху бумагу для выпечки и опять продолжаю катать шарики и выкладывать. Итак, шарики я накатала, теперь я накрываю крышкой и отправляю в холодильник на ночь. Наступило утро, вынимаем наши шарики, они, видите, твердые. И начинаем их формировать. Теперь чеснокодавилку выкладываю в шарик и выжимаю. Берем второй шарик. Для одного печенья нам понадобится два шарика. И делаем то же самое. Складываю вместе, формирую кружочек. Теперь что-нибудь кругленькое, или крышка от бутылки, или скалка, как у меня. Делаю там ямку и формирую гнездышко. Такое оно у нас получается. И выкладываю на противень, застеленную пергаментной бумагой. Теперь ставим в духовку, предварительно разогретую на 180 градусов, на 15 минут. Печенье наше готово, оставляем его полностью остывать. И за это время мы готовим начинку. Здесь у меня просто конфетки, видите, в форме яичек, шоколад и сливки. Сливки кладу в микроволновку и разогреваю почти до кипения. Сливки нагрелись. Выкладываю туда шоколад. Перемешиваем шоколад до тех пор, пока он растает. Все готово. Шоколад растаял. Сейчас немного оставлю его остывать и буду перекладывать в кондитерский пакет. Итак, наши печеньки остыли. Шоколад в пакете. Наполняем наши гнездышки шоколадом. Теперь украшаю конфетками. Если вы не хотите украшать конфетками, также можете использовать орешки. У меня кешью.
Вот это, конечно, по вашему выбору, как кому нравится. Вот и все. Наше печенье готово. Как видите, оно делается легко и просто. Попробуйте, может быть, и вам понравится. Приятного аппетита!